Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Я достала цветовой квест города. У меня с прошлого месяца осталась незаконченная иллюстрация. Я ее потихоньку раскрашиваю, но тем не менее приступаю к новой, которую мы вместе с Оксаной красим в этом месяце. Мне вообще, когда пиксельные иллюстрации, мне нравится раскрашивать либо ашановскими фломастерами, либо фломастеры вот из Fix Price вот эти. Но в данном случае буду, конечно, их использовать, потому что они не сказать, что очень злостно просвечивают, но все же имеет место быть на такой момент. И поэтому здесь самое то как раз-таки раскрашивать. Сейчас я все это высыплю и буду выбирать цвета. Я не сильно заморачиваюсь в цветовых квестах, особенно когда пиксельные иллюстрации. То есть так это подбираю, но... Вот начнем там черный, потом что? И три серых должно быть. Сейчас посмотрим, сколько тут серых. Вижу два, вот третий. Теперь надо, у меня вот тут бумажка, надо посмотреть по оттенкам. Можно вообще, конечно, подбирать и прямо здесь, и потом штрихом все это закрасить, но как-то так уж совсем не хочется. В общем, тогда это будет 12-й цвет, получается 11-й, и вот этот самый светлый. Дальше... Красный, оранжевых здесь нужно, в принципе, два, более яркий и посветлее. Как-то очень плохо закреплен, прям вот колпачок, как бы не высохло. Ну вот так и есть, собственно, понятно. Короче, выбрасываю. Да. Что еще можно ожидать от Fix Price в конечном итоге? От фломастера там всегда печаль. Вот это я не поняла вообще, какой цвет. Но это, в общем-то, оранжевый. Сейчас посмотрю тогда таким образом. Ну, вот они вообще почти похожи. Угу. Какие варианты? Вот вроде бы хороший набор, вроде бы все с ним. Ну хорошо, пусть будет вот этот. Дальше, дальше желтый, наверное, какой-нибудь посветлей. Нет, это такой кислотный. Ну хорошо, пусть будет этот. Дальше идет темно-синий. Ну, получается, что вот этот. Ну, мне просто не хочется здесь задействовать брашпены. Да, видимо, вот эти фломастеры надо использовать как можно быстрее, потому что какая-нибудь ерунда с ними приключится обязательно. Вот 56, считайте, уже 55. Пользовалась я ими крайне мало. Дальше два, типа фиолетовых. Темный. Какой здесь? Вот темный. И, допустим, посветлее. А где-то колпачки очень туго одеваются. А тот даже не защелкивался, слетел. Ну, вот. Так, дальше. Ну, какой-то типа... Сейчас подберем, попробую вот эти. Кстати, здесь еще же серый есть. Ладно, сейчас
Вот, как раз он будет первым. Ну и этот вполне себе, наверное, сойдет. Или же вот этот попробуем. Ну-ка, я даже думаю, знаете, вот так. А я подобрала уже цвета. И сейчас все остальное уберу со стола, чтобы не мешалось. Серые оттенки я немножко там один заменила. Вообще мне нравится, что здесь много всяких интересных оттенков. Но вот печалька, что одного уже нет. Поэтому даже не знаю, я вот, о, видите, еще один колпачок вот так же слетает, он даже не крепится. О, вот что это? Сейчас проверим. Еще один, может. Ну, понятно, еще один на помойку отправляется. Че? Вот сколько раз себе говорила, не покупать ничего фикс прайс? Нет. Все равно что-нибудь докупишь там. А это по факту выброшенные деньги. Ну ладно, сейчас буду раскрашивать. Не знаю, как получится на камеру. Я пока там смотрела видео, начала раскрашивать и обвела еще нужные мне цифры для того, чтобы было на камеру проще. Потому что иначе, может быть, и неровно, и все дела. Ну, а так, всяко проще раскрашивать. Но опять же, это просто отдыхалочка для меня, такая приятная. Ну, а сегодня решила вот пораскрашивать на камеру. Видео такое абсолютно не информативное, просто раскрашиваю, ну и, может быть, вы пораскрашиваете что-то вместе со мной. Короче, рубрика «Хобби-процесс» или рубрика «Раскрашиваем вместе». Что-то я давно вообще фикс-прайсовскими фломастерами не красила. Вот если не считать того, что несколько отправились в помойку, в целом они мне нравятся, хотя и бумагу скатывают и все такое, но все равно хорошие, по крайней мере, для своей цены. Ну вот, вроде бы пока получается раскрашивать. Еще так развернула раскраску, потому что иначе от меня тот участок, который я раскрашиваю, будет довольно-таки далеко, и мало ли, что-то перепутаю. Я уже опять же делала перерыв и обвела все желтым. И сейчас буду закрашивать. Потому что желтый еще и сам по себе, как бы он, ну, не то чтобы бледный, как бы сам оттенок яркий, но было бы неудобно тянуться, а так я уже вижу, где нужно красить. У меня эти дни были какими-то такими насыщенными. Не, ну я, правда, очень рада, тем более, что некоторые дни были прям супер приятными и много впечатлений. Но теперь мне вот хочется просто посидеть, пораскрашивать в тишине. Ну, какого-то такого привычного для себя образа жизни, спокойного, размеренного. Чтобы и вставать рано, и ложиться рано. Потому что вот весь декабрь у меня был такой хороший режим. Сейчас я немножко с него слетела, но не полностью, что для меня ценно.
Ну вот за время прогулок всех вот этих, единственное, что видео в запасе не так много, поэтому сейчас предстоит поработать, пораскрашивать, поснимать. Ну и черный. Ну, черный здесь совсем как бы близко, то, что предстоит черным красить, поэтому я и пообвожу тоже на камеру. Тут вот пропустила, не заметила. 12-е, я закрашиваю 13-е, 13-й номер. И обвела еще 12-е. Ну ладно, ничего. Это не ошибка. Черный, конечно, красивый здесь цвет. Прям такой очень нравится. Так, и еще тут. Ну, я чисто немножко пораскрашивать. С камерой, знаете, как-то веселей. Не, ну мне и так всегда весело. И хорошо. Я как бы в тишине и не всегда даже музыку или видео включаю. Мне вообще как бы нормально. Люблю такой тихий, спокойный досуг. И вот эти фломастеры мне нравится вообще держать в руках. Очень удобно. Поэтому, конечно, мне как-то даже захотелось. Уже я соскучилась пораскрашивать немножко ими. У нас сегодня снова снегопад был. Ну, вообще так морозненько. Но, знаете, меня радует отсутствие у нас в Москве сугробов. Раньше, ну, в том году их не было по причине отсутствия снега, а так обычно сугробы на металлы. Но сейчас их прямо убирают, следят за этим. Это, конечно, очень хорошо и удобно, и как бы легче морально, когда ты не видишь этих завалов снежных. Ну, в общем, теперь я буду потихоньку раскрашивать, как всегда, отнесу на кухню и в перерыве между домашними делами буду раскрашивать. Вообще очень классно ложится черный фломастер, хотя он, конечно, тоже скатывает бумагу, вот желтый скатывает меньше. И мне тоже понравилось по нанесению. Вот, конечно, синие цвета, вот эти фиолетовые, сиреневые. Они бумагу больше всего скатывают. Ну, эту иллюстрацию, я думаю, я абсолютно точно должна докрасить, так как она достаточно простая. Хотелось бы надеяться. Ну, видимо, подустала от цветовых квестов, но зато благодаря этому видео я все-таки начала раскрашивать. Так что еще сделаю такие видео с другими раскрасками, с кошками и так далее. Ну или, по крайней мере, как раньше, включу это все во влог. А это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр, хорошего вам настроения, здоровья, вдохновения и уютных раскрашивательных вечеров. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока!